Обкатывать, если так можно выразиться, лед кёрлингисты начали с самого утра, но собрались лучшие игроки не только для тренировок. В течение 4 дней на Олимпийском льду пройдет Суперкубок России по кёрлингу. Все сочинцы смогут увидеть встречи лучших команд России. Все они составляют расширенную национальную сборную. Победителей ожидает серьезный приз – поездка на чемпионат мира. На протяжении 4 дней пройдет соревнования, отборочные соревнования под названием Суперкубок, в котором встретятся 4 команды, по 2 мужских и 2 женских, сильнейшие команды России, для того, чтобы выяснить, кто из них будет представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет у женщин в Японии с середины до конца марта и у мужчин в Канаде с конца марта до начала апреля. Посетить мероприятие смогут все желающие. Суперкубок продлится до 29 января.